Я сегодня реально попиздели, ангела! Супер-панда, я реально плевал чем-то черным! Сережа, что с тобой? Расслабься, человек, все будет хорошо! Ты это делаешь, ты убираешь мою рану! Че твори, бро, меня зовут Саркионес, и бро, сразу же бери подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супер-панде! Самый лучший бани на ютубе, ведь бро, приедет время супер-панда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! И как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супер-панде! Самый лучший бани на ютубе, бандит! Итак, на сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! И супер-банда, сегодня ждал долгожданное видео, то, что вы все очень долго ждали, и я тоже его ждал, банда! И знаете что, сегодня мы выпьем зелье ангела! Да, банда, то самое зелье, которого слишком мало, но как говорилось, банда, это безобидное зелье, то есть, наоборот, даже хорошее зелье! По идее, после того, как я выпью это зелье, я превращусь в ангела! Просто сносит башню супер-банда, потому что реально очень интересно увидеть, каким же ангелом я буду! Скорее всего, что хорошим, потому что зелье белое! Эми, просто посмотрите на это зелье, это же просто жесть! Оно такое необычное, раньше, когда у нас такие зелья не было, таких колбочках, да еще чтобы так вот нитью было обмотано. Окей, супер-банда, тем не менее, в 300 ночи мы должны выпить это зелье из Даркнета. Зелье ангела, да, супер-банда, реально мистическое зелье. Одно вроде бы из самых хороших. Побочных эффектов, банда, вроде бы никаких нету. Реально очень интересное зелье, супер-банда, и вы этого ждали, и я этого ждал. Мне реально интересно это увидеть. Окей, супер-банда, ждем 300 ночи, пьем зелье из Даркнета, погнали! Да, супер-банда, вам реально не послышалось, я сегодня реально выпью зелье ангела. И скорее всего, банд, я превращусь в самого настоящего ангела. Потому что, как мы помним по прошлых зельях, то зелье, которое я пил, я превращался в то существо. А сегодня, банд, я пью хорошее зелье, напоминаю, хорошее, безобидное зелье ангела. По идее, сегодня ничего не должно происходить плохого. А, банда, знаете, какое зелье я бы хотел выпить? Зелье машины. Только вдумайтесь в это, банды, выпиваете зелье машины и превращаетесь в монстр-тачку. С кучей пулеметов и огнеметов. Да, банда, такую же тачку, как в игре Crossout. Я думаю, Supreme Bunny, ты знаешь про эту лучшую онлайн-экшен-игру Crossout. Захватывающий сюжетный режим получил новые миссии. Одолей сам или вместе с друзьями босса в Колизее. Пройди кампанию, раскрой тайны пустоши и получи уникальные награды. Собери тачку из старого хлама и новых технологий. Навесь миниганы, огнеметы, лазеры и гранатометы. Подбери детали по своему вкусу. Ты можешь сделать огромный танк с пушками или стремительный боли с дробовиками. Захвати железных коней всадников апокалипсиса. Война, голод, смерть. Все это давно есть в игре, и каждый из них со своей специальной способностью. Участвуй в сражениях с другими игроками или клановых битвах. Зарабатывай награды, выбивай ресурсы из слабых противников. Трать награбленные на прокачку или покупку новых машин. А ненужные детали и оружие продавай на рынке другим игрокам. Просто открой карту мира и отправляйся в бой или на миссию. Бро, качай красот по моей ссылке в описании абсолютно бесплатно и получай крутые бонусы. А тем временем, банда, мы ждем 300 ночи, чтобы выпить зелье ангела. Погнали! Окей, супер-банда, на часах уже 3 часа ночи. Самое время уже, чтобы пить это зелье из Даркнета, зелье ангела. Но для начала, банда, давайте его откроем и понюхаем. Посмотрим, как же оно пахнет. Возможно, это самое вонючее зелье из Даркнета. Тем не менее, банда, мы сейчас вместе с вами вот так вот его откроем. Просто посмотрите, как же оно открывается. О, черт, я просто снял всю нитку, банда. Вы посмотрите, оно реально такое белое. О, да, банда, я открыл. И посмотрите, его здесь не так уж много, как казалось на первый взгляд. О, банда, оно пахнет чем-то таким... Знаете, банда, оно не воняет, оно пахнет чем-то сладким. Это реально сладкое зелье, банда, я прям с удовольствием его выпью. Что, супер-банда, на часах 30 ночи, самое время выпить это зелье. Зелье ангела, банда, на ваших глазах, черт. О, банда, это просто же, посмотрите, я выпил половину, черт, пахнет оно отлично, на вкус оно такое себе. Окей, супер-банда, в принципе, я вклался в 30 ночи, я выпил зелье ангела. Теперь же будем ждать, что со мной будет происходить, потому что это зелье реально неизведанное, его никто никогда раньше не пил. Я буду самый первый. Окей, банда, я немного волнуюсь, потому что я не знаю, что будет, но мы ждем, что же будет со мной происходить. Фу, окей, супер-банда, я пока что ничего не чувствую, пока что все еще со мной ничего не происходит. Но как-то внутри меня что-то становится плохо, меня как будто немного подташнивает от этого зелья, банда. Но пока что изнутри меня не трясет. Ничего не происходит. Ох, я реально говорю, мне реально немного подташнивает, супер-банда, я не знаю, с чем это связано. Но скорее всего это зелье, но раньше никогда такого не было, чтобы меня тошнило от зелья. Черт! Сереж! Сереж, ты куда? Сереж, что случилось? Черт. Тебе плохо, Сереж? Это просто жесть. Что там? Знаю, что это! Супер-банда, я реально блевал чем-то черным! Я не знаю, что это такое! Черт, ты это видишь? Да, я вижу! Господи, о, я
Я не знаю, что это такое, супербанда, это просто жесть. Оно реально черное, и оно вышло из меня. Это реально что-то ненормальное, банда. Это 100% из-за зелья, я не знаю, что это такое. Потому что зелье было белое, почему это тогда черное, черт. Окей, супербанда, я без понятия, с чем это связано. Почему я плевал чем-то черным? У меня реально перестало после этого тошнить. Хотя, банда, мне кажется, одно сегодня мы выпили хорошее зелье, то есть положительное. А в прошлых видео мы пили черные зелья, плохие. И мне кажется, что когда хорошее и плохое смешалось, они смогли ужиться вместе, просто их плеванул. Вырвал все их снаружи. Получается, банда, что во мне больше нет этих плохих зелий. Получается, что у меня сейчас только зелья ангела, а зелья демона, зелья оборотня, зелья зомби просто во мне пропали. Раз и навсегда, то есть, банда, с помощью этого зелья я убил себе всю нечисть. Черт, блин. Что, Сереж? Похоже, это опять начинается, господи. Сереж, Сережа, Сереж. Сереж, что с тобой? Сереж, у тебя крылья и кровь. О боже, кровь настоящая, Сереж! О боже, ребята, зелье начало действовать! Сережа начал превращаться в ангела! Вы только посмотрите, как он выглядит! Сережа! Сереж, что с тобой? Сереж, скажи хоть что-нибудь! Сереж! Сереж! Сережа, что с тобой? Сереж! Сережа! Это вообще ты? Сереж! Сереж, скажи хоть что-нибудь! Сережа! Сереж, как ты себя чувствуешь? О боже, это же не человек, это ангел. О господи, куда он делся? О господи, супрембанда, его нигде нет. Куда он делся? Он что, умеет телепортироваться? Куда он вообще делся? Я не знаю, что делать. О господи, супрембанда, а вдруг он уже на небесах? Что мне делать? Я не знаю. Куда он вообще мог деться? Его и там нет, и там нет. Я не знаю, где он. А что, если мы его уже никогда не увидим? Супрембанда, нужно что-то делать. Я чувствую, это добром не кончится. Нужно взять зелье и подлить Сереже. Зелье, которое убирает все эффекты. Нужно быстрее это сделать. Потому что если он появится, нужно все успеть. Супрембанда, где он делся? Я не знаю, где мне его искать. О господи, что происходит? Сережа, это ты? Сереж! Человек, а ты не должен меня видеть. Сереж, это ты? Нет, я ангел. Человек, ай, я спалился. Я спалился перед человеком, теперь мне влетит. Ну же, почему я не могу взлететь? Что происходит? Человек, ты кто? Я Настя, ты что, не помнишь меня, Сереж? Человек, не подходи, человек. Ты чего, Сереж? Человек, стой там. Мне нужно делать резкие движения, пожалуйста. Господи, нет, как вы не помилуете? Ай. Что? Что случилось, человек? Рука болит. Что с рукой? Ой, не знаю. Покажи, человек, что у тебя с рукой? Рука болит. Человек, у тебя здесь рана. Ай, человек, это жесть. У тебя здесь рана. Я вижу, откуда она здесь? Скорее всего, что когда я телепортировался, я случайно тебя зацепил. То есть в момент телепортации я тебя повредил. Человек, прости меня, пожалуйста. Расслабься, человек, все будет хорошо. Хорошо. Как ты это делаешь? Ты убираешь мою рану. Как это у тебя получается? Раны больше не будет, только останется кровь. Не благодари. Похоже, моя миссия была в этом, я поэтому сюда вернулся. Я должен был тебя повредить, а потом избавить тебя от этой раны. Спасибо тебе. Не за что, человек, я был здесь ради этого. Что у тебя с руками? Как ты убрал мою рану? У каждого ангела есть своя суперспособность. Моя способность исцелять людей. И только это, я могу еще телепортироваться. Но главная моя способность — это исцелять вас. Человек, не беспокойся обо мне. Я не должен обо мне вспоминать, только никому не рассказывай об этом. Я тебя молю, пожалуйста. Хорошо. Человек, что? Я вижу твои мысли. Человек... Ты хотел убить во мне ангела. Нет, я не хотела ничего. Нет, человек. Хочешь убить во мне ангела, и это твоя благодарность, человек. Где мой Сережа? Я не думал, что ты настолько коварный человек. Я ничего не хотела сделать. Человек, я тебе помог. Зачем ты меня обманываешь? А, то, куда он делся? Снова пропал. Банда, вы это видели? Он реально превратился в ангела и снова куда-то пропал. Я в шоке, он просто исцелил мою руку. Там нет раны, просто засохшая кровь. Вы не представляете, в каком я шоке. Зелье ангела рабочее. Он такой добрый и хороший ко мне. Но я прям чувствую, что что-то не так, что-то будет плохое. Нужно реально подмешать ему зелье, которое снимает все эффекты. Нужно взять бокал и налить туда как будто бы вино. И сказать, что это какое-то божественное вино. А на самом деле это будет зелье, которое снимает все эффекты. Банда, я нашла бокал. Так, зелье в дебук-коробке, чтобы никакая нечисть его не нашла. Так, банда, где-то здесь оно. Сережа говорил здесь. Вот же оно. Оно не сильно похоже на вино, но пусть будет так. Надеюсь, Сережа поверит в это. Ох, супрембанда, вы меня, наверное, не простите, но я нутром чувствую, что что-то
не так. Что-то будет плохое. Нужно теперь позвать Сережу и дать ему это зелье. Ангел Сережа! Ангел Сережа, где ты? Сережа, приди! Человек, зачем ты меня опять позвал? Я тебе уже не доверяю, хватит! Ангел Сережа, извини меня, пожалуйста, давай помиримся. Я не хотела, чтобы так получилось. А давай в честь нашего примирения, вот, бокал вина. Это точно вино? Да, это божественное вино. Божественное? Да. То же самое, что мы пьем там? Да. Я надеюсь, ты меня не обманываешь так же, как и в прошлый раз. Нет, все хорошо. Окей. Я обманула! Зачем ты это сделала? Где мой Сережа? Зачем ты убиваешь во мне ангела? Я хочу вернуть Сережу! Черт! Человек, я тебе доверял! Человек! Зачем ты это сделал? Я хотела вернуть Сережу! Нет, человек, ты только наделала беду! Зачем? Зачем ты все это сделал? Но я же хотела как лучше! Нет, человек, ты сделала огромную беду! О нет, человек, прячься! Прячься скорее, будет беда, будет огромная беда, человек, прячься. Беда, будет большая беда, прячься, человек, спасайся. Хорошо. Быстрее спасайся, человек. Даже не вздумай выходить. Человек, Боже. Где ты? Он, похоже, превратился в плохого. Человек, иди сюда. Сижу. Человек, я знаю, ты где-то в этом доме. Ты хотел уничтожить меня, ангела. Я уничтожу человека. Человек, где ты? Не молчи, если тебя найдем, будет хуже. Человек. Человек. Чёрт, я офигелся, человек. Человек, ты хочешь поиграть на прятки? Человек любит играть на прятки с ангелами. Только вот я не хороший ангел. Я плохой ангел. И человек, я знаю, что ты здесь. Не подходи! Человек! Не подходи! Убери это! Не человек! Подходи! Нет! Человек! Не подходи! Убери это! Не подходи, я говорю! Я умный ангел! Не беси меня, человек! Не подходи! Не трогай! Уйди! О, господи, Суприм Банда, он просто куда-то убежал! А, Суприм Банда, он меня укусил, оно очень болит! Я надеюсь, я не превращусь в плохого ангела! Но куда он делся? Его нигде нет! Сережа! Сереж! Где же он? Сереж! Сережа! Сереж! Да, Настя, здесь! Черт! Сереж, ты как? Я нормально, уже 4 утра, это честно я, Настя! А черт, что там у меня, почему оно так болит? О, боже, что это, крылья или что? Не знаю, Настя, что там? Я его чувствую, оно кровоточит, да? Да! Просто жесть, Суприм Банда, я не знаю, что это такое, я не могу это увидеть! Господи, Суприм Банда, похоже, это то, на чем держались крылья, вы это видите, черт! Это просто жесть, Суприм Банда, на этом держались крылья! Господи, Банда, это просто жесть, подумай, только я реально был ангелом! И это тому доказательство, да вы это видите? Я не знаю, как долго оно у меня здесь будет, а что если это на всю жизнь, Суприм Банда? Потому что уже 4 утра, это все еще не прошло, Банда, это просто жесть! Окей, Банда, я реально был ангелом, и дело в том, что я все помню. Я помню то, как я был ангелом, но будучи ангелом, я не помню то, что было раньше. То есть, будучи ангелом, я потерял голову, я реально стал ангелом. А сейчас я помню все то, что происходило, Банда, это просто жесть. Окей, Суприм Банда, вот комменты из-за прошлого видео. Господи, как я не шикарно, просто... Господи, посмотри, как я не шикарно, я просто делаешь комментарии, бро, знаешь что? Если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, то всего лишь тебе нужно это опуститься ниже на свой лайк, колокольчик и все, бро. Ты в следующем видео, вот так вот просто ко мне видео. Лайк, колокольчик, комментируй моё видео, бандиты, это просто жесть, ты это видишь, но... Да, я вижу! Господи, а что если оно уже никогда не отпадет, это у меня на всю жизнь, Суприм Банда! Окей, Суприм Банда, не доставайся такими шикарными! Пока!